прошла погуляться по нашему райончику. А сегодня везде стоят мусорные баки, потому что пятница, вывозят мусор. Сегодня 17 декабря. А такая погодка, ну, прохладненько. Ну, как прохладненько? Снега-то нет. Ну, наверное, плюс 2, плюс 4 даже. Но по ощущениям где-то все равно 0, минус 1. Так, ветерок как-то свежо. Ну и вот. Гуляю по райончику. Думаю, дай пройдусь маленький кружочек какой-нибудь. Разминки. Хочу не то, что спортом заняться, а делать хотя бы 5000 шагов в день. А то у меня и 5000 не выходит. Ой, какая красавица, ёлка, да? Ой, прелесть. Ну вот. Посмотрим, сколько я сегодня нахожу. Вот. Вчера вообще даже 2000 не было. Ну, если дома убираюсь, то 6-7 нахаживаю. Но это мало, все равно мало. Надо бы 10, ну хотя бы 5 бы стабильно, и то бы было хорошо. А то, правильно, варикоз какой-нибудь начнется, геморрой какой-нибудь начнется. Нафиг нужно, скажем дружно, да? Вот такие вот пироги. Тут заверну, пройдусь вот здесь чуть-чуть. Ну, некоторые уже украшают дома к Новому году. Что-то на дверях поставили. Ну, как-то не сильно. Потом перед Рождеством тут осталось немножко совсем. Поедем, съездим, посмотрим, как люди украшают дома. Интересно смотреть. Вот такие вот домики в этом районе. Ну, стоит... Я не знаю, сколько сейчас. Ну, 1250, наверное, стоит долларов. Вот так. Не меньше. 250. Да, где-то так. Такие домики. Тишина, покой. Людей нету, никого нету. Декабрь. Трава зеленая. Классно. Тоже белочки бегают. Везде белочки. Многие участки не огорожены. Но мы свой огородили от большой ленности. Что нужно... Вот она закапывает, белка. От большой ленности огородили, что нужно собаку выгуливать. А так она бегает у нас сама по двору. А люди вообще не огораживают. Делают электрические ошейники. И все. Вот она красавица. А вот такая вот красота. Люблю я вообще этот райончик. Так он мне нравится. Так тихо, так спокойно, так безопасно. Может быть, кто-то и скажет, что скучно. Не, ну благодать, благодать. Автобусы не ходят. У каждого своя машина. Правда, здесь ближайший магазин. Это 2 километра от дома. Поэтому все на машинах. Классно. Тихо. Белки. Олени иногда ходят. Индюки. Вон она бегает. Там белочка. Вон еще одна. У нас в Алмате крыс больше, чем белочек.
А здесь я, кстати, ни одной крысы не видела. Вот. Ну, скунсов в нашем районе мало. Но есть. Есть... Ой, как же... Забыла, как их называются. Такие страшненькие еноты здесь водятся. Много енотов. Вот она, белочка, красавица. Ну, сегодня баки портят весь вид. Весь вид. Вот кажется, вот так вот домик маленький. Одноэтажный. Как-то он называется. Лендхаус, что ли? Не знаю. Но они довольно-таки, ну, хорошие. В том смысле, вот, например, у этого еще может быть подвальное помещение. Какая елка шикарная. Просто шикарная. Огроменная. Ой, прелесть. Елочки везде. Газончики. Все ухожено, все чистенько, красивенько. Вот. По-моему, наши соседи проехали. Вот такую вот кучу хвороста я уже натаскала. Так мы осенью не пожгли эти веточки. Теперь придется копить, наверное, до весны. Вот это вот нападало после ураганчика. Но, слава богу, деревья тут рядом не поломало никакие. Вот так вот. Вот уже и солнышко спряталось за тучки. Вот такие вот пироги у нас. Ну и что в итоге? 3922 шага. Вот. А было 1400. То есть 2500 я сделала маленький кружочек. Но уже до 5 все-таки осталось добить немножко. Ладно, пошла другими делами заниматься. Сегодня вот еще получила дополнительное задание от дочки. Говорит, мама, сожги вот эту вот всю почту. Она всю проверила. В общем... Вот эта вот почта пришла за 2 недели. В Америке это вообще вот просто ужас, сколько этой почты. И вот мне надо сейчас это все еще сжечь. Она говорит, а то шредить мы будем целый час, а потом вдобавок ко всему еще и мусор выносить. Так что сейчас разожгу и сожгу. Буду сжигать. Вот на кострище. Кострище-то завалено. Я уж вам показала сегодня. Так, как вот это? Так. Еще надо приловчиться. О! Сейчас мы запалим. Костер мы жечь любим. Так, еще раз. Она говорит, жги прямо на столе. Вот эта железная чашка, но только надо закрывать. Потому что полетят сейчас листья. Сейчас наложу. Не хочет что-то гореть. Разожгла. Так, уже рвать не буду. Так, кидаю. Да закрою крышкой, чтоб не разлетелось. А уник стоит, ждет. Ну, играть-то будем или не будем? Видите, он рычит. Давай играть, говорит. Платинум, виза. Предлагают карточки разные. Под 0%. Что-то всякие тут банки. Только бери.
а потом плати. Вот так. Сжигаем все. Вот так все свалило. Пусть теперь горит. Искры теперь дальше этого купола не полетят. Классно. Пусть сгорает. Ну что, давай мячик. И буду кидать. Давай. Давай. Ой-ой-ой-ой. Лишь бы все. Побегать, побегать, побегать. Ну давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ой. Аж шерсть дыбом на холке встает. Поймай, типа, меня. Поймай, поймай. Поймаю, поймаю, поймаю. Ух. Ох, бестолково. Ох, бестолково. Пошли. Эй. Иди, иди ко мне, иди. Иди. А чё уши-то завернулись, тряпочки твои? А, кто там? София приехала. София, пошли Софию встречать. Пошли. Побежали. Слышишь, школьный автобус. И уже надо бегом, бегом Софочку встречать. Сейчас вот он побежит сейчас на диван. В окно смотреть. О, все. В окно. Он уже ее видит. Автобус услышал. Каждый день встречает. Сейчас будет к двери подходить. Как ее увидит, что она идет, и подойдет к двери встречать. Это ежедневный у него ритуальчик. А вот наш робот-пылесос ездит, убирается 2 часа. Вот это пространство, кухня и зал, 2 часа убирает. А вот наша елочка. Готовимся к Рождеству. Все завалено подарками для всех. Здесь еще мелкие. И для Оникса даже есть. Вот встречает, встречает. Встречает Софию. Что? Пошел? К двери пошел или еще нет? Где она? Теперь я буду. Ну, где София? Все идет, вот увидел. Все встречает. Встречает Софочку со школы. Да? Как он встречает тебя? Рюкзак Софии. Мне вот не интересно, сколько он весит. Так. Ну и что там? 7 килограмм, 200 грамм. Да. Ну вот, хорошо, что поубиралась. Сегодня уже с утра, ну не с утра, с ночи сменилась погода в ночь. Идет дождь потихоньку, но не переставая. Температура +5, но все такое серое утром. Соседи наши, кормушечки. Вот такая вот погодка сегодня, 18 декабря.